Пожар в 10-этажном доме разгорелся сегодня вечером по улице Гайдара Гаджиева, 3А. В квартире на 7-м этаже сначала заметили сильное задымление. К месту пожара сразу же были направлены 9 единиц техники. Эвакуированы 25 человек, в том числе двое детей. Полностью сгорела двухкомнатная квартира площадью 50 квадратных метров. В ней проживали 4 человека. В половине 5-го пожар был ликвидирован. Благодаря оперативным действиям службы МЧС обошлось без жертв и пострадавших.